Всем доброго здоровья. С воскресным днем выехали тут на охоту, на тихую, так скажем, за травой. И это, вот увидели уже вот такую клубнику большую. Еще где-то с недельку, наверное, и она будет красная. Вот тут есть уже, но как бы маленький, уже начинает это краснеть прям. Так что, слава богу, в этом году клубники много. Вот называется чебрец с травкой. Или богородская еще травка ее зовут. Вот. Пейзаж весьма красивый. Столько трав, такие облака красивые, кучевые летние. Ура! Птички поют. Поле еще мало зашло, ну, в смысле, сухой год, поэтому такое еще невысокое стоит. Ну вот, мы, слава богу, приехали. Значит, это чебрец. А, какой вкусный. Мы собирали тут где-то, наверное, не знаю, около часа были. Иван-чай нашли, чебрец, богородская травка и лобазник. Все это мы будем сушить. Вообще, слава богу, что в этом году травы много. Есть ягода, клубника. Значит, там всякая мелкая, большая. Через неделю посмотрим. И траву будем еще собирать, обязательно чебрец. И Бог даст, там насушим. И, наверное, будем реализовать ее. Ну, там, не знаю, с осени начнем. Или с конца лета. Может быть, и всю зиму. Так что вот. Слава богу, что Господь дает только урожай. Пользуемся тем, над чем мы не трудимся. Жизнь деревни – это прекрасно. Всем желаю натурального. Вот, оздоравливайтесь натуральными травами, чаями. Будьте здравы.